не захотелось чего-то выпить, поесть простого деревенской еды. И я быстро сварганил вот такую деревенскую закуску с мясом, у меня свинина, картошкой и луком. Когда-то в далеком детстве, хоть у меня родители и были сельские учителя, но это все равно деревня, там ели просто, вкусно, аппетитно. И я вам поделюсь этой замечательной закуской. Может, кому-то тоже захочется приготовить по-быстрому под рюмку водочки или других напитков. У меня кюмель, рецепт этой тминной водки замечательной, которую любил Петр I, даже производство налаживал. Рецепт этот есть на нашем канале, смотрите, водка кюмель, тминная крепкая настойка. Очень вкусно пахнет картошечка с мясом. Я давно так не готовил и с таким удовольствием всем этим закусил, вы не представляете. Готовить ее просто, ничего тут сложного, конечно, нету, это не какой-то кулинарный шедевр, но это вкусная и полезная еда на каждый день. Если у вас есть мясо и картошка, и выпить, это уже хорошо, надо радоваться тому, что есть, потому что жизнь сегодня непростая, и не стоит слишком капризничать или расстраиваться по мелочам. Я беру вот такое мясо, с салом желательно, нарезаю его достаточно, ну, сантиметр-два такими кусочками примерно. 2 сантиметра лучше всего. Беру лук, отвариваю картошку в мундирах. На растительном масле слегка зажариваю, потому что, ну, жира у меня не хватит там, чтобы пожарить. Зажариваю это мясо. Надо переворачивать, чтобы оно как поджарка было такое. Вот, вот так, видите, у меня уже схватилось. Потом отправляю туда нарезанный лук. Солим, перчим. Минут 20 где-то оно у меня жарится. Очень вкусно пахнет. А потом я отправляю туда же картошку, которую сварил в мундире. И хочу зажарить, ну, со всех сторон картошечку зажарить, чтобы она была прям так поджаренная хорошо. Потом ее еще маленько разрежу и бока зажарю. Ну, кушать уже, в принципе, можно. Мясо где-то у меня полчаса обрабатывается. Свинина мелко нарезана, она уже давно готова. Вот. Такое замечательное блюдо. К нему я еще сейчас хочу прочитать вам стихотворение. Добавлю только, что я еще зубчик чеснока туда покрошил. Запах будет еще интереснее, вкус интереснее будет с чесночком. А так все замечательно, все уже готово. Можно кушать. Пала жара, я достал старый добрый кюмель, выпил 100 грамм и представил, курю сигарету. Стало всем ясно, корабль наш сел днищем на мель. Поздно команды давать, и нет смысла в советах. Только друг другу успеть надо крикнуть «Держись!», чтобы за борт не упасть от удара и шторма. Тот, кто не пьет, не умеет любить эту жизнь. Нам 200 грамм для того, чтобы поддерживать форму. Если не пьет человек, нет доверия к нему, может предать, или он чужеземный засланец. Как можно трезвым прожить, я никак не пойму. Больше беды от непьющих, увы, чем от пьяниц. Вечер, опять наливаю хмельного вина, мясо пожарю, как раньше, в деревне с картошкой. Может, на дне еще истина мне не видна, только мудрей становлюсь с каждой рюмкой немножко. Вот такой простой и вкусный ужин у меня сегодня. Надеемся, что вам видео понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь. Всего вам доброго, до новых встреч и, конечно же, приятного аппетита!